Аюшки, всем я квас, это Far Cry 5, мы с вами продолжаем играть. Вот в прошлый раз мы остановились вот здесь, около этого самолетика, видно какая-то миссия. Я помню, что-то говорил про это Джо, или Рэй, да, Рэй и сыновья, и теперь уже и дочка. Ну, короче, сейчас посмотрим. Воздушный налет называется. Помощник, это Ким. Слушай, сектанты повсюду ищут бензин, заливают в бензовозы. Планируют нападение, думаю. Гляди в оба, увидишь их. Взрывай к чертовой матери! Четыре бомбы всего есть. Они ищут тебя, помощник. Похоже, осталось еще два бензовоза, и их перегоняют в укрытие. Не дай им уйти. Можно как-то побыстрее лететь? Полетела красотка. Ой, что-то как-то все похрустывает. Кого-то накрыло. Было очень опасно. Тишайше. Бах! Класс! Кто знает, куда они пригнали бы этот бензовоз. Теперь я спокойна. Молодец. Остался последний. Ну, вообще, жестко я, по-моему, там всем, чем мог, задел. Нам самое главное бензовоз взорвать. В остальном не так важно. Ах, красота какая. Так. Кого-то я, по-моему, уничтожил. Помощник, у нас проблема. Похоже, сектантский самолет выискивает базы сопротивления. Сбей эту птичку, пока они не организовали нападение. Пополнить торпедами. Давай. Отличный это. Вид, да? Ник учил меня летать на третьем свидании. Тогда я влюбилась в долину. В те времена жизнь была проще. Ну чего, а вот вертолет избивать мне очень не хочется. Внизу!
Отлично. Грохнуло, как на День независимости. Ага, это при том, что он не взорвался. Видно, я в пилот попал. Главное, R случайно не нажать. Задымился. Ты что ж так? Меня атакуют! Отлично. Это да. Появился соперник. Его самооценка упадет быстрее, чем уровень игры Patriots. Обосрал. Кармина. Окей. Так. Сюда сейчас зайдем. В принципе, по основным таким сюжеткам, наверное, все. Три останется. Два точнее. Сюда. Так вот. Ну, честно говоря, самолет очень медленно летает. Очень не хватает какого-нибудь реактивного. Потому что прям печаль какая-то. Самолетик полетел. Полетел. Лети, брат. Оставь меня. Понятно. Сейчас мы себе оружие выберем. Это прям печалька на самом деле. Вот этот МП5, он с ним, по-моему, никто не ходит, поэтому на него патроны быстро заканчиваются. О, 7 косарей, да вы понимаете? 7. Поэтому мы с вами... Вот тут с этим чуть никто не ходит вообще. Прям грустно мне. Очень грустно. Я бы хотел какую-нибудь быструю винтовку, а у меня ее нету. Давай тогда возьмем... Сюда УЗИ. Сюда мой любимый пистолет. Которому, кстати, можно прикупить побольше патронов. Так. Нужно взять нашу снайперку. Да. И нужно взять наш вот так вот. Все. Так, что-то там можно было продать. Карту удобрений. Отлично. Нормально. Так. Давай живее! У нас нет времени. Ну черт, давай. Помощник, как же я рад тебя видеть. Я слыхал отдачу, что ты даешь прикурить сектантам. Может, ты мне подсобишь? Они напали на нас в трейлерном парке у озера Сильвер. Вроде отбились, но эти ублюдки теперь повсюду. Я хотел забрать свой пикап и пошуметь, но его нет. Они угнали жажду смерти. На нем установлен М60. Нужно срочно вернуть мою машину, иначе демщики устроят тут кровавую бойню.
тачка жрет бензин быстрее, чем я пиво. Если повезет, нагоним их у заправки. Гони Golden Valley, она ближе всех. Так, надо кого-то взять в саппортице. Давай эту. Поняла. Запрыгивай давай. Ну, давай. Что интересно, этот YouTube ругается только на вставке, видео-вставке музыку, а вот на такую нет. Так, отлично. Эй, дружочек, моя тачка у тебя? Давай в мастерскую, да. Поедем вместе. Вообще, грузовик прикольно выглядит. Меня так просто не возьмешь. На самом деле. Музычка такая сразу спокойная, кажется. Блин, а почему он завернул? Странно. Что он резко заворачивает, потому что боится это ехать? Тебе гранте, святоша! Да. Чёртова свинья. Так. Рад тебя видеть. Не меньше, чем своего железного коня. К северу отсюда. На стройке торчит кучка святош. Нужно беречь наши запасы. Ты за рулем, а я стреляю. Эдемщики, мать их. Я с самого начала знал, что семейка Сидов — сраные балаболы. Ну и стал их прижимать за любой проступок. В итоге получил за нетерпимость к вратам Эдема. Не, ты прикинь! Оставалось только готовиться к худшему. Так что я запас дома жратвы лет на 10
и установил фильтры для воды и воздуха. Я месяцами этим занимался, готовился выживать. Люди смотрели на меня, как на придурка какого-нибудь. И кто оказался прав, а? Мерл Брикс, вашу мать, кто же еще? А из-за гребаных сектантов... У меня ничего не осталось. Там стреляешь или где? Вот мы мчим с тобой на пикапе со здоровенной пушкой, чтобы поквитаться с отдачей. Не готовься. Сюрприз, говноеды. Инспекция к вам пож... Я хорошо подготовился. Вы в жопе, ребята! Надо уничтожить баки с блажью. Покажем им! Дави эти баки! Прям дави. Вот так! О, я уже глюки словил. Сбивай, говнюков! Держит блаж. Жестко. Ау. Выступаю. Но где еще осталось блаж? Долго я так по кругу буду ездить? Ты уже. Боже. А? В каком смысле? Пусть сами подходят. Остался только дым и дырки от пуль. Этот сладкий вкус есть. Ты самородок. Жажда смерти. Засранный какой этот. С ней такой дикий койот, стекло, как ты, сможет насолить секте гораздо больше, чем я. Передавай Датчу привет при случае, ладно? Господи боже! Да, было прикольно. Да, суперская. Да, хорошо. Здесь мы можем себе прикупить всяких машин. Мы собирались построить новый резервуар, но денег не хватило. Так. Чаечки тут всякие. Я так понимаю, это еще один полет, поэтому мы пока этим не будем заниматься. Чуточку позже. Хороши. Да, к сожалению. Так. И вот еще два задания здесь. Так что давай туда перемещаемся и смотрим.
Я надеюсь, из таких основных это будет последними. Интересно, рогатка с камнями. Можно убить человека? Наверное, только если его затрахать этим. Ты умрешь. И кинул камень. Ты умрешь. И еще раз кинуть камень. Так, хорошо. Вовремя. Давай поговорим. Вот так вот ворваться в город — это смело. Почти все сваливают отсюда после первой встречи с сектантами. Остальные жалеют, что не свалили. Мой отец одним из первых пошел против них. Каждый раз, когда они заявлялись, папа садился в свой грузовик и гнал их из города. Он его обожал. Называл «вдоводел». Господи. Эти уроды угнали его за неделю до смерти отца. Блин, хочешь реально разозлить секту? Верни мне «вдоводел». Покажи им, что нас не согнуть. И пусть наши ребята порадуются. Он заперт в зерновом элеваторе на востоке. Думаю, ты как раз справишься. «Вдоводел». Хорошее название. Так, вот здесь сюда он. Да, далеко. Понятно, значит, там враги. Ладно, сюда, значит. Интересно, почему такое интересное... ну, «вдоводел», понятно, убиваешь типа сектантов, а они же наверняка чьи-то мужья. Ну, логично, в принципе. Так. Помощник, слушай. «Вдоводел» стоит в элеваторе. Ты наверняка наткнешься там на эдемщиков. Будь осторожней. Так, тут у нас всякие пистолетики. А вот это у нас снайперочка. Хотя, знаешь, а возьму-ка я собаку. Я что-то как-то так привык, в принципе, что... Зови, как буду нужна. Как бы... Это... Как-то в случае какого косяка сбежал, убил с руки и так далее... Да, я, по-моему, сюда как-то забирался. Да, видите, с собакой вот, блин, все вот всех высветил. Никак и не пройти, да? Те, кто ждет боя,
принципе, собаку учили. Точно? Тебе говорю. Мне нужно услышать волшебное слово. Так. Хочешь, чтобы я исповедовал тебя? Почему я не удивлен? Это я понимаю. Красота. Кто-то угнал заводил. Перекройте дороги на Фолсенд. Не упустите его. Ёпта. Обалдеть! Получилось! Ты вернул заводил! ИДМщики теперь не дадут себе проходу. Встречай их как следует. Папа поставил на него орудие. Не стесняйся, помощник. Стреляй. Это максимально жестко. По-моему, у нас какая-то херня на капоте. Блин, я, пожалуй, на этом доводиле полетаю. Оленя, по-моему, сбил. Олени.
Блин, это, конечно, круто. Единственное, жалко не показывает прицел, куда он бы попадал бы. Так, еще два блокпоста. Так. Ой. Нормально. Блин, вот это мне нравится. Даже больше, чем тот же парень. Понимаю, почему эта фигня гнала просто всех и вся. Это крутейшая штука. Прям Америкой пропитана, пропитана Америкой. Красота. У меня тоже была собака. Малыш. Чтоб меня, глазам своим не верю. Отцовский грузовик возвращается домой, да. Прямо как в детстве. Я всегда стояла на этом самом месте и махала ему рукой. Тебе хватает твердости, чтобы им управлять. И что важнее, у тебя есть сердце. Отцу бы это понравилось. Если вдоводел тебе понадобится, бери, не стесняйся. А я пока буду держать нос по ветру. Если узнаю что-то интересное, сообщу. Еще раз спасибо. Вдоводил. Не, он шикарен. Он шикарен. Блин, охренеть. Просто охренеть. Ну что, давайте еще тогда одну миссию пробежимся. У нас одна есть. И, собственно, можно будет переходить на новый континент. Люблю делать все своими руками. В магазине не всегда... Я, правда, так и не понял, какой лучше выбрать, но... Я помню, когда играл... Ладно, сейчас разберемся. Ну-ну, время залечит эти раны. Помощник... Есть важные новости. Давай. Мне снова нужна твоя помощь. Человек-кактус. Я знал, что после смерти Иоанна его паства рано или поздно начнет колебаться. Те, кого ты спас на ферме Вудсонов, сказали, что в секте есть перебежчик. Он нашел убежище в трейлерном парке у озера Сильвер, но больше я ничего не знаю. И я не знаю, когда Господь избавит меня от бремени заботы о раненых. Убедись, что этот молодой человек у озера Сильвер жив и здоров. Мы должны прощать. Если не будем этого делать, мы ничем не лучше секты. О, ёлки. Так, где? О, а, да, я вот это место, кстати, и не открывал. Вот, я вот почему так долго думаю, пума или медведь? Потому что, честно говоря, я в свое время играл в World of Warcraft, и мне очень нравился класс друидов. Я за них играл, и мне очень нравилось то, что можно было, трансформация была, то есть в животное превратиться. Там был медведь как раз и кот какой-то, то ли тигр, то ли пума, то ли кто, вот. И все наше топливо. Пригони пару их бензовозов в Фолл Сент, пока не стало совсем худо. И нам поможешь, и им поднасрешь. Вот.
И там, допустим, медведь, он был танком, да, и при этом... Помощник, послушай. Есть новости. Сектанты окружили трейлерный парк. Они думают, что мы похитили перебежчика и хотят спасти его любой ценой. Наши люди в ловушке. Поторопись. Вот, и там можно было все те же травы собирать, там, туда-сюда. С помощью вот этих животных. Хорошо, что меня никто не увидел. Ух ты. Эта удочка явно получше будет. Так. Взять, я чуть не сразу понял. Что, опять? Жесть. Без понятия, чувак. Вообще какая-то жопа тут происходит. Я вот все хожу и никак не могу найти людей. Ищу людей и не могу найти. Еще кого-то отметил, да? Странно. Очень странно, чувак. Я вот все хожу, а людей не вижу. Вот я вот не знаю, а вы слышал выстрелы, а людей ни трупов, ни людей. Конечно, попробуем подальше пройти. Может, здесь кто есть? О, видите? Не зря. Все понял.
остановим их. Он один из наших. Что? Что это? Ты, чувак, вообще я не задавай вопросов глупых, потому что я не знаю на них ответы. Наших нельзя! Мы им покажем! Эй, там! Отпустите нашего брата! Понятно? Я стал охотником, чтобы мы выжили, когда настанет коллапс. Отец помогает мне охотиться. Давай, давай, давай! Я понял! Ненавижу собак! Чего? Как дела? Какого хрена? Привет! Ты вернул нам наше будущее. Если он хочет покинуть врата Эдема, поможем ему. Эдемщики пытаются его вернуть. Ну уже, защищаем этого парня. Черт, эдемщики сзади! Заходи, братан. Беременная корова и то опаснее тебя. Так, собака, сарямба.
На мне нужен человек. Моргнуть не успеешь. Прикройте. Помощник, я собрал всех, кого смог найти. Они встретят тебя на пристани. Это недалеко. Пора поубивать этих козлов. Не дайте им забрать меня. Иду сюда. Сопротивление уже в пути. Доставь перебежчика к ним. Уведите меня. Они не остановятся. У нас проблемы. Прикройте. Прошу, простите меня. Тихо. Вот черт! Он все-таки ушел! Двигаюсь. Слово, представляю, как он в присядку тащит человека. Ну, видно, как-то может. Тем более, это помощник, это не... Супер крутой чувак. Главное, в жопу мне не стреляйте. Yours, okay.